Всем привет, с вами Авианчик, и вот сейчас ностальгирую по старой забытой игре Case Animatronics. Да, я помню, года 3 назад снимал прохождение Case Animatronics. Было нереально страшно, и вот спустя 3 года решил возобновить, точнее поностальгировать. Ведь это реально незабываемое чувство, когда я прятался в шкафу или под столом там и молился, чтобы меня эта тварь не спалила. Сейчас испытаем все то же самое, только уже с новыми эмоциями, спустя 3 года. Я уже забыл, как эта игра выглядит, что в ней да как, но да ладно. Так, там что-то светится, кстати. Раньше этого не замечал. А там, подожди, пропеллер или что это? Ну, понятно. 3682, 3682, короче, пофигу. 3682, сейчас будет скример, да? 36, 86, 82. Отлично, осталось найти электрический щит. Все, давай, врубаем. Сейчас карту еще, карту найти надо будет. И нужно включить второй щиток. Да, он уже за меня все. Охренеть. За меня наперед все говорит. Достал, блин. Опять звонят, я не хочу так работать. Скипаю. Я твою, где карта? Я карту не увидел. Ладно, сейчас попробуем что-нибудь придумать. Идет, слышу его. Я помню, вот в этом моменте, как только игра начинается, я ее сразу заканчивал. Потому что, как не вылезешь со шкафа, эта тварь где-то будет по-любому тебя караулить. Да-да-да, он идет. Забивной волк, я его раньше называл, или как, уже не помню. Решил, так сказать, освежить память. Главное сейчас не прохлопать момент, выйти спокойно и все, забрать карту. Блин, в каком он направлении пойдет, это тоже следить надо. И всякие. Твою мать, а как? Так, ладно, карту, Бишоп, ищи карту. Где эта карта валяется? Ее что, из игры что ли убрали? Я ничего не понимаю, где карта? Ага. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. Блин. Заходи. Давай быстрее, задрал уже. Нет, выходи сейчас. Ну, давай, Бишоп. Ты обезбашенный дебилоид. Надо было физрой заниматься. А не академию полицейскую. А там закрыто, да? Тихо. Манси. А, давай быстрее, по-братски. Жесть. Вот это эмоции, слушайте. Вот, пользуюсь багом от подписчиков. Старым багом. Так, где эта тварь гуляет? Нужно отследить как-то. Я сейчас нахожусь вот здесь, да? Он пошел. Хороший. Нет. Хороший момент для того. Да куда ты бежишь, придурок? Нет, спасибо, я не хочу туда. Так, а сейчас он где, я не понял. А, он пошел, подожди. На выход, отлично. Он пошел к выходу. Так, тихо, спокойно и уверенно. Открываем дверь. Так, сейчас надо будет врубить свет. Фух. Ощущается так, как будто года 3 назад играю. Что теперь во всем здании? Ну, это больной ублюдок. Больной ублюдок. Гигантская кошка.
Он сейчас сюда придет. Держаться подальше от вентиляции. Да, он сейчас сюда должен прийти. Планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. 99% было, чувак, ты тупой. Как он может сесть? Это что, Huawei какой-то тебе или Xiaomi планшет? Не, Huawei, скорее всего. Скоро он пойдет в раздевалку. Ладно, давай, у меня есть все шансы пройти. Куда мне, в кабинет Бена надо? Ну зачем я сюда пошел? Ёб твою, как же это стрёмно. Архив, сейф, ещё что-то. Бинго, попробуем скрыть дверь. Тихо-тихо. А подальше от какой вентиляции, ты не уточнил? Вот от этой? Твою мать. Стрёмно-то как. Какую дверь скрыть, ты чё? Дверь закрыта. Я её не закрывал. А, понятно. Дыши ровно и спокойно. Не теряй самообладание. Опа, опа, смотри, смотри. Чё это, чё это? Кит, ты маму мав? Куда ты идёшь? Вот чёрт, только этого мне сейчас не хватало. А, типа кит вылез, да? Ну а тут-то прятаться негде. В натуре! Тут негде прятаться, чувак. Да, ну и такое бывает. Вот волк еще пошел. Ой, планшет садится. Багаюзом. Так. Вижу, волк идет. Черт. Нет, нет. Спасибо за просмотр. Вернемся к этой игре, если она вам понравилась.